сейчас будет видео о том, как мы поднимаемся на водопады и все такое. И я там очень-очень много ною, я там очень много плачу. Прошу вытерпеть, извинить меня за это, потому что, ну, как бы, в основном я веду такой сидячий образ жизни, я, работа у меня сидячая, и как бы у нас мало такой активности. Для меня, конечно, это все очень непривычно, и поэтому новые впечатления и все такое, но определенно оно того стоило. Оно того стоило, мы посмотрели на дикую природу Таиланда, и это, конечно, очень красиво и незабываемо. Тут птеродактили летают. В общем, мы приехали в национальный заповедник Каолака. Сейчас двигаемся к водопаду. Шел шестой день, вьетнамцы нас окружали. Да? Да нет. Запасы еды кончились давно. Мы съели боба. Жизнь боль. Короче говоря, не исключено, что сейчас какая-то живность может выйти к нам на дорогу. Она уже вышла из Тюмени лет 5 назад. Ой, ты как будто жалеешь об этом. Я тебе говорила, что можно по гарантии сдать. Было. Гарантийный срок истек. А сейчас скажи, как чемодан без ручки, и тащить невозможно, и выбросить жалко. Кто там? А, хуй знает, я маленько сиганул, по всей видимости. Я тоже слышала, что там кто-то. Змейка там, там змейка. Все, мы змейку не трогаем. Змейка пока. Вот, вот так вот и происходят наши приключения. Меня еще просили озвучивать по стоимости, сколько вся эта история выходит. О, какая бабочка, Данил! Офигеть! Отвлеклись. Меня еще просили озвучивать по стоимости. Данил, озвучь, пожалуйста, сколько ты уплатил? 350 бат стоит аренда хорошего байка. Но он прям мощный такой, нормальный, с полным баком топлива. То есть, топливо ты можешь вернуть с полным баком, либо уже, типа, вернуть так байк, но, типа, пойдет как, типа, литр топлива за 20 бат. Вот. То есть, того где-то аренда в среднем выйдет, думаю, где-то бат 500 на день покататься для себя. Сейчас мы приехали на водопад в Каолаке, то есть такой парк. Ой... Для местных, типа, вход туда стоит 100 бат. Для иностранцев 200. Типа, все деньги, что, типа, вы потратите, типа, здесь, на вход, идут, типа, на обустройство территории. На чистку и так далее. Так что это благородное дело. Но бата, это, одна бата, это наших 2 рубля. То есть все деньги умножайте просто на 2. И все. Чтобы вы просто понимали, дорогие друзья, мы поднимались сюда вот примерно по такой дороге. Вот примерно по такой дороге. У меня подскочило давление. У меня всплыл радикулит. Меня покусали муравьи. До старости я не доживу. Данил, твои впечатления? Я умру. А вообще... Нам сказали, что это тут 5 уровней, а мы только находимся на 2-м. Мы добирались сюда с такими физическими затратами и усилиями, как не знаю чего. Как мы сейчас до 5-го уровня доползем, я не представляю. Просто для общего понимания, вот по таким вот корягам, кореньям и всему прочему, а тут еще бывают очень узкие тропиночки, которые вверх по скале. Мы, собственно, и поднимаемся к водопаду. Тут всякие джунгли, всякая штука, дрюка, которая хочет тебя сожрать, укусить и прочее.
Нам еще предлагают искупнуться, но что-то я не самая отчаянная. Что-то я не хочу рисковать. Рыбехи, он прям под ногами плавает. Мы приехали еще на одну достопримечательность Каолака. Это мемориал. Мемориал цунами 2004 года памяти. Это военный корабль, который выбросило с моря вот именно в это место. То есть его не стали убирать, полицейский корабль. Его не стали убирать, его оставили и сделали из него памятник. То есть волна была настолько сильная, настолько мощное было цунами, что выбросило вот такой корабль сюда. От моря тут расстояние, Дань, примерно сколько, скажи? Махидра, полтора здесь до моря. Дай вот я по карте покажу. Вот мы находимся, получается, и вот находится море. И с моря вот сюда выбросило корабль. То есть представляете, насколько страшная была катастрофа. Очень много человек погибло. Это была такая трагедия таких масштабов.